перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Опа, вот человечек есть. Сейчас ждем еще одного человечка нашего. А он вышел. Съезд, поверните направо. Это угроза, да? Тифест, привет, я с тобой сфоткаюсь, понял? Угроза. Юрик, это для тебя. Эй, йоу. Опа, а ну покажи кофту. А ну покажи кофту. Я знал, мы словились, но... видишь? Мы сегодня еще не успели увидеться, но словились. Ну шо, как на ты? На студии тоже? Да, да, тут пацаны. Мы едем на студию сейчас, вот с пацанами только словились. А, да ну. Едем сейчас, быстренько все сделаем, потом можно, короче, встретиться, чай попить. А? Блин, короче, кто-то позвонил, я не услышал. Серьезно, кстати, мы чайник новый купили, я бы тебе сейчас его показал. Чайник? Да. Будем сейчас его тестировать. Держи. Видишь, маленький, мобильный. Базара нет. Вот и Оля тут. Оля, я звонил, она не отвечает. Понимаешь, а в трансляции пишет. А когда я звоню по FaceTime, она не отвечает. Да, кошмар, кошмар вообще какой. Ой, все, понятно. Вот так вот, Оля, все с тобой ясно. Ну, короче, настроение отличное, да? Да, все огонь, так что мы по-любому тебя ожидаем, родной, звони сразу. Все, давай, я наберу сейчас чуть попозже. Давай. А что там кто рядом сидит? Подожди. Хабиб! Хабиб! Родной, ты ли это? Он самый. Ты только Оле не говори, что мы сейчас врываться будем, чтобы она не слышала. Хорошо, все, больше не буду ничего говорить. Все, давай, на связи. Все, давай, брат. Ладно, Оля, я шучу, мы врываться не будем, и так чисто. Работать сегодня собрались. Ну-ка, сейчас. Давай здесь, я тебя жду. В смысле отклонила, я не понял. Пошли, такие бахты. О, вот я понимаю. Вот теперь я понимаю, здравствуйте. Вот это кто там, Кирюша? Борщи, небось, едите, да? Сало. Салом, а мы вот, блядь, не едим. Покажите меня, я хочу быть в кадре. Я хочу быть в кадре. Дайте мне эфирное время, я хочу. Вещать. Родной, прикинь, я сегодня два раза зашел к тебе в студию и два раза вспоминал, что ты уезжаешь, и каждый раз все равно заходил. Да ладно. Прикинь, смотри, что у меня что есть. Что там делал, плакал, смотри, что ли? Сумочка. Я плакал, говорил, делю. Это что такое? Сумочка из бумаги. Я думал, вы мне сало везете в этом пакете. Ой, какое сало? Чтоб ты понял, я здесь приехал и в итальянском ресторане хавал. Понял, да? Пиздец, приехать нормально, и хавать, да, в итальянском ресторане, братан, да ну. Нормально, да? Это то же самое, что приехать, короче, к вам в Казахстан и вместо лагмана хуячить, блядь, солянку.
Вот именно. Че ты разберись, не понял, я тебе сутки даю. Спасибо, до свидания. Короче, братан, я не знаю, как у вас, там у нас сейчас хорошие. Намечается тусе-мусе на 4 дня в Киеве. Что, скучаешь по родине, да? Салтон, очень парень. Скучаю, невероятно скучаю. Ты смотри, а то я сейчас прикачу к вам, ночью прилечу. Киевская улица, смотри. Что-то подвисло, а ну-ка. Ты опа, видишь, сядь, киевские а улицы? И на маке целуются. Это вы в центре, маке... да? Вы в каком районе? Вы здесь уже вообще? Смотри, смотри, это киевские тачки. Да. Ну, не забывай. И ты в каком районе сейчас? Привет, привет, привет. Видишь, слышишь? Да? Чувствуешь воздух, воздух. Все, что я могу Кира, тебе показать. Кира, я за тебя подышу, Кирюша. Поешь за меня тоже. Я поела уже. Родные сейчас улицы. Сейчас пойду отжиматься. Фонарь, родные смотри, улицы. Киевский фонарь. Видишь, киевский фонарь, киевский. Настоящий киевский фонарь. Ну все, блядь, я приеду туда скоро. Все, братан, давай целую. Давай, целуйте, родная. Вам хорошего концерта. Киря, Киря, Киря. Не парься, ты же не из Киева, что ты так? Он с Черкасов. Засчитано, засчитано конкретно. Есть же, брат. У него есть брат. Ладно, ты не вроде меня. Я сам счастливый человек сегодня. 500 метров не забудьте повернуть там. Все, как сказать, одна. Где красавчик? Привет, привет. Ну все, пока. Я лучше, чем вы. Я все, лучше, целую вы. Тебя, родная. Давай. Пока. Вот так мы видимся в прямых трансляциях только. Такие дела. Приедем мы скоро в Киев, Киев будет гореть. Я отвечаю, я соскучился очень сильно вообще. Развалим Киев. Опа! Стоять, пассажир. Я тебя спалил. Сука. Вот, вот, вот. Опа, ся! Здравствуйте, молодой человек. Расскажите нам, пожалуйста, откуда вы? Ты, я думал, ты с моего района. Нет. Что там в Черновце? Мне сказали, что Киев заебись. Что там в Черновцах, расскажи. Все нормально, чувак. Погода бомба, где дождь ебать хуярит. Погода бомба. У нас тут, братан, видишь, московские улицы тебя ждут. Бля. Ладно, слышишь, я жду. Мы скоро поверни едем на... в родной Киев. Слышишь? Оу. Поверни на Чечену. А ну, ты помнишь, как мы 8 мая в том году, блядь, ты скусил улицу? Вау, вау, конечно, конечно помню. Как это забыть можно? Ты, походу, знатно, совсем... знатно дали. Тебя не хватает, короче, родной. В этом году нужно опять такую визу найти. Ну, посмотрим. В смысле? Если получится, конечно, приехать. Ну, я не думаю. Охуенно мы, блядь, видимся, да, в прямых эфирах? Ну, сейчас мы приедем, я тебя по фейстайму наберу еще. Да ты будешь со Славиком базарить, да? Не. Ростов, мы будем у вас в мае. Слышишь меня? А что там? Через паузу, нормально? Баре, я тебя такой, что там? Помолчал, все нормально, родной. Короче, мы тебя тогда сейчас намаячим по фейстайму. Давай. Давай, родной, обнял. Со всеми созвон в прямых трансляциях, только мы все равно по фейстайму ни с кем потом не наберемся. Эй, пидор, рот твой, пидор. Жух и съебался нахуй отсюда.
Вот так вот. Писать мне тоже всякую хуйню, слышишь, родная, ты не туда пишешь. Ты что тут по радио делают грязь? Ой, как будто с газа не выехали. Киев ждет, и мы ждем Киев. Прямо 14 километров. Впереди авария, объем иду. Авария. Это обидно и грустно. Я сейчас обеду. Как бы я сейчас ворвался в Киев, пиздец, прям сейчас уже просто. В чем смысл русского, который говорит, что там пишет, который говорит по-французски? В чем смысл хохла, который говорит на русском так же самое? Братан, давай ты оставишь, что там уже играет. Короче, выключим это радио. Мы в Уфе же были, что-то. Короче, ребята, ладно, всем хорошего вечера. Вообще, всем всего. Обнимаю вас всех. Потом как-нибудь выйдем чуть-чуть попозже. Попозже. Черневцы, привет. Ладно, ребята, еще раз всем всего.